Ой-ой. Уже сверкает. Ой. В конце апреля. Во все уже все сверкает. Ну что, подойдем, увидим. Ждали. Спрятался. Хорошо, что не мороз. Главное узнать. Ну, по-моему, кто-то даже там есть. Да, есть, есть, вон сидит. Паша! А, не можешь на свет смотреть? А я могу. Зато какое лицо. Ой, за счет света. Ладно, неинтересно, там интересно. Глаза посветил у меня. Зайчики? Вспышка. Кстати, от такого свечения кажется, как будто такое опасное колесо. Потому что грустновато. Ну что, поехали. Ой, пугающий механизм. Я же говорил, пугает. Это колесо чего. Нет, я так понимаю, главное не шалить, да? А то упадешь. А, вот это вот не работает, это жалко. В моем детстве за этот руль взявшись, можно было повернуть кабинку. Вот то, что я говорю, дерево практически задеваем. Вот, я вот сейчас... Нет, а я потом акцентировал, что именно вдоль дерева едем. Ой-ой. Посмотрим на город. Люди оказываются внизу, ё-моё. Саша, башку одень. Стрёмно. Классно. Кому стрёмно, кому классно. Подход чувствуется, да, у кого какой? Посмотрите, сколько народу. Да. Как, люди как муравьишки. Что, на взлёт идём? Ну что, сверху? Красиво? Красиво. А смотрите теперь туда. Смотрите, что там. Вот эти ваши луны. Луны. Да, Никита, от греха держись одной рукой все-таки. Красиво. Ну, на камере как-то не супер. Ага, сколько... Торговый комплекс и то лучше раскрашен. Смотрите, сколько огоньков. Ой, ёп. Ё-моё, сколько народа. Ёперный театр. И это все люди. Это все люди, да. Так много муравьев. Слушай, я только сейчас понял, что на то колесо, которое собирается в Анапе, я не полезу. Да ладно, это же интересно. И я тоже. Все равно ты туда не пойду. Ну что, мы на вершине? Нет, сейчас будем. Ну что, красиво? Вот верный театр. Красиво, сверху. Вот парк развлечений с максимальной точки. Смотрите, как красиво. Да, главное, что веревка не оторвалась. Саша. Мы уже почти на самом. Да, все, пик, так сказать. Красивый город сверху, конечно. Вы видите, вот за счет подсветки вот это здание выше всего остального. Что вы подсветили. Мы уже на самом вью. Да. Световой шоу. И ничего. Вот я говорю, что туда все приперлись? Орет музыка, блин, крутится свет на этой луне. Да, спустишься по налево. Я думаю, может, я, конечно, пессимист, но меня что-то пока не вставляет, извините за грубость. Ничего особенного я там не наблюдаю. Но вот люди, вид сверху, это интересно. А что это касса? Ну, так что? Такая огромная очередь. Я вот тоже не знаю, зачем там все стоят. Где? Где? Там, это все люди, Вик, это все люди. Мы уже спускались. Потому что черный фон, видишь, это люди. Поэтому я и думаю, что туда идти не зачем. Ну что, ну 8 часов и вечер. О, слушаем.
двери, и все вошли. Никуда никто не будет входить, Саша. О, мы пошли на спуск усиленным темпом. Потому что работают все лайфхаки. Попался. Ну ладно. Я тоже сдохла. А ответ вы сейчас все. Никита вернулся. Конкурсную программу представляет команда «Первая космическая».